Председатель фонда «Казахстан Халкына» Болат Жамишев и руководитель проекта ACG «Казахмыс Холдинг» Сакен Шаяхметов прибыли в Северо-Казахстанскую область. Напомним, в регионе идет строительство домов для пострадавших от паводка за счет Народного фонда и корпорации «Казахмыс». Как идут восстановительные и строительные работы, узнаете из нашего сюжета. В подтопленных микрорайонах Петропавловска мехбригады уже приступили к работам по устранению последствий паводка. Бригады закреплены за каждым районом области. В микрорайоне Подгора Булат Джамишев и Сакен Шаяхметов посетили штаб района имени Габита Мусрепова. 25% аварийные дома, остальные подлежат ремонту. Сейчас проходим, разговариваем с хозяевами домов, кто согласен на ремонт, на мехбригады. Мы с районов привезли 5 мехбригад и технику привезли для помощи, чтобы строительству помогать восстановление домов. На сегодня мы приступили к 5 домам. Вот у нас здесь 3 дома есть. 2 дома мы уже полностью разобрали, сушим. И 3 дома у нас идет демонтаж дом полов. В микрорайоне Подгора и Кожевином поселке районные мехбригады ремонтируют 18 домов. В последнем задействованы группы Есильского, Шалакына, Жамбылского районов. Здесь подтопило более 200 домов, половина из них уже просушены. Идет ремонт домов и квартир в двухэтажках. Собственники не соглашаются на ремонт, то есть им будут предоставлены компенсации. Ну, именно по сметному расчету. Сметный расчет делают у нас специалисты, которые закреплены компанией. Все туда входит, именно сметный расчет. И просушка, и обработка, и замена. В поселке Солнечные 2 уже в начале июня завершат строительство 100 домов. Финансирование осуществляется за счет фонда «Казахстан Халкына». 80 квадратных метров. Помимо этого, значит, будет инженерная коммуникация. То есть на сегодняшний день уже 100% подведена вода. И подводится канализация. Грунтовые дороги, электроэнергия здесь имеется. Уютные просторные дома станут достойным жилищем пострадавшим от паводка североказахстанцев. Уже в первый летний месяц можно отмечать новоселье. Помощь в ликвидации последствий водной стихии пришла со всего Казахстана. Проект, ну, такой очень хороший, качественный. Я думаю, жильцы все, которые получат эти квартиры, будут довольны, поскольку и здесь усиленные фундаменты, и хорошие материалы, утепление, четырехскатная крыша, да, и теплые, и удобные, и красивые дома будут построены. Далее был переезд ко второму участку строительства. Всего в микрорайоне Солнечные 2 построят 500 домов по 3 утвержденным проектам. Из них 100 домов начали строить за счет корпорации «Казахмыс». Как вы знаете, мы на ликвидацию последствий паводка выделили порядка 40 миллиардов тенге на область северо-казахстанскую. Значит, в рамках технического исполнения наших обязательств из 500 домов, которые строятся в Солнечном, как вы знаете, 100 домов строит Казахстан Халкына напрямую, 100 домов будут финансироваться Казахмысом. Для того, чтобы вам не создавать дополнительные бюрократические там, договора, юридические, скажем так, сложности, мы приняли решение, что наше финансирование будет также идти через Казахстан Халкына. В областном акимате состоялось 3-стороннее подписание меморандума о взаимном сотрудничестве. Наталья Итова, Адиль Нуржанов, служба новостей,